К сарафану я связала еще платок-повязку. Сейчас объясню, как можно связать такую модель. Для начала нужно будет связать неширокую резинку и соединить ее. То есть здесь у меня где-то 10, по-моему, петелек всего в ширине. А рядов вы высчитываете по объему головы, то есть я вязала на 51 сантиметр, но 51 сантиметр это в растянутом виде, то есть резинка все-таки должна немножечко быть стянутой для того, чтобы удерживаться на голове ребенка. Дальше из такой же ткани нужно будет вырезать форму, которая указана на сайте, то есть посмотрите, в принципе это платок, но здесь нужно обрезать уголки, то есть вот здесь вот уголок я обрезала, и вот по сторонам как бы у меня как таковых углов нет, то есть я их сделала немножечко округлыми. Затем мы обвязываем тканевую деталь, то есть здесь вязание идет не в круговую, а вяжется сначала в одну сторону, вот до этой вот части. И затем в обратную. Единственное, что вы сделаете в круговую, это просто обвяжете саму ткань сначала. А потом уже, когда вы начинаете вязать вот этот узор, он вяжется туда и обратно. Здесь есть небольшой момент, то есть когда мы заканчиваем вязание со стороны, здесь последняя вот эта цепочка, она вяжется 2 петельки и затем столбик с одним или с двумя накидами, только с очень маленькой высоты. Вот этот момент очень важный. Данное вязание я показывала в бюстгальтере цветочном, то есть там такой же узор, можно посмотреть на чашечке, как вот это место я провязывала, потому что там идет вязание в одну и в другую сторону, а не в круговую. После того, как вы узор свяжете, вот здесь нужно сделать соединение. Я сделала соединение обычными столбиками без накида, то есть провязала просто как бы через край, и затем нужно привязать резинку к основе данной модели. То есть вот здесь идет обычные столбики без накида, я привязывала, то есть вот так вот я складывала. Я сначала приметала резинку к ткани и затем уже делала как бы привязку. То есть таким способом достаточно удобно, чтобы петли не считать, в данном случае вы не ошибетесь. Получается вот такая вот интересная моделька.